КНДР подтвердила испытание баллистической ракеты «Хвасон-12». Лидер страны Ким Чен Ын назвал его прелюдией к сдерживанию Гуама, где находится американская военная база. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на северокорейские издания. Дональд Трамп в ответ заявил, что своими действиями Пхеньян лишь гарантирует себе еще большую изоляцию, а также добавил, что США рассматривает все возможные ответы. Пхеньян, в свою очередь, заявляет, что испытание – ответ на совместное учение вооруженных сил Южной Кореи и США. Северокорейские власти убеждены, что они отрабатывают сценарий нападения на КНДР. Напомню, в понедельник Пхеньян запустил очередную ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в акватории Тихого океана. Испытания осудил Совет Безопасности ООН. Он признал их угрозой не только региону, но и всем странам. Однако в совместном заявлении пока не идет речи о санкциях против Северной Кореи. The world is united against North Korea. Запуск северокорейской ракеты над Японией – абсолютно неприемлемый и безответственный шаг. Весь мир объединился против КНДР. Пришло время для северокорейского режима признать опасность, которую они сами себя поставили.